она случайна. Нужно пальцы сделать так. Только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Термос. Что же с ним делать? С чем, Дим Димыч? Ой, вы тут? Да с мороженым. Как что? Съешь? Нельзя. Дим Димыч, ты не заболел? Нет, просто это подарок маме. Сегодня же 8 марта. Тогда его надо подарить. Мы с папой договорились вместе маму поздравлять. А папа что будет дарить? Не знаю, но пока он придет, мороженое растает. Так есть же холодильник. А если мама туда заглянет и найдет, и сюрприза не будет. Эх, где же его спрятать? Я знаю где, в кабинете твоего папы. Ну и где здесь мороженое хранить? Холодильника тут нет. А ты загляни вон в ту коробку. Здесь термос. Только зачем он мне? В термосе горячее хранят. Мороженое в нем точно растает. Не растает. Термос — это две бутылки, вложенные одна в другую. Между бутылками пустота. И в этом главный секрет термоса. Дело в том, что пустота не пропускает тепло. Если внутри термоса горячий чай, то пустота не дает теплу из чая уходить наружу. А если там холодное мороженое, то пустота защищает его от нагрева. Термос сохраняет горячее горячим, а холодное холодным. Все, пойду чуток поиграю. И спасибо не сказал, да, Нолик? Ты где, Нолик? Я здесь! Где? В термосе! Пап, ты там оказался? Хотел посмотреть, где эта пустота? Ты только ничего там не трогай! И не вздумай лизать языком фольгу! Язык на морозе к холодному металлу примерзает! Не поняла! Зимой весело. Новый год, подарки, снежки, коньки, санки. Но мороз — штука серьезная, с ним шутки плохи. Главное — тепло одеваться, прикрывать голову шапкой, а шею шарфом. Тогда и насморка не будет, и горло не заболит. А чтобы на руках не было цыпок, надевайте варежки. И не бегайте на морозе в мокрых ботинках, эдак точно заболеете. Да, вот еще что. Пожалуйста, не делайте на морозе всякие глупости. Не нужно глотать снег или лизать железные ограды и ручки. Язык может так примерзнуть к железке, что ничем не оторвешь. Пусть зима приносит вам только радость. Где? В термосе, бежим! Потом объясню! Пап, ты уже вернулся? Угу. Пап, зачем ты мой подарок берешь? Какой еще твой подарок? Ну, этот! С какой стати он твой? Мужчины, что это вы там делаете? Уже ничего, я тут сюрприз тебе приготовил. Поздравляю с 8 марта! Термос! Как здорово! Спасибо. А что там внутри? Не знаю. А там подарок от меня. Эскимо. Мы
мое любимое. Как оно туда попало? Спасибо вам, мои дорогие. Ну ты, Нолик, меня напугал. Хорошо еще, что ты придумал в винтик превратиться. Язык болит? Говорить-то можешь? Могу! Ну и хорошо. Давай, побежали. А то нам еще Масю с 8 марта надо поздравить. И Симку! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.